В дорожных авариях погибло 84 человека, ранено 1000. Это данные аварийности по республике за 8 месяцев этого года. Эти цифры ниже, чем в прошлом году на 11%. Больше всего столкновений, 71%, происходит в городах и населенных пунктах. 20% аварий случаются на федеральных трассах, 9% на республиканских и муниципальных. По статистике, меньше водители стали садиться за руль в нетрезвом состоянии, а вот число ДТП с транспортом перевозящих людей стало больше на 5%. Благодаря программе «Безопасные и качественные дороги» мы приводим 243 километра дорог в нормативное состояние, но самое главное, что мы должны искоренить 19 основных аварийно-опасных участков в Чебоксарской агломерации. На самом деле мы уже практически вот эти 19 все искоренили, которые должны были до 2024 года устранить аварийно-опасные участки. Но, к сожалению, с ГИБДД мы фиксируем появление новых аварийно-опасных участков, которые будут систематическими, в том числе пассивными методами, ликвидированы.